Наш день начинается с потрясающего утра. Я встала в 8. Теперь на протяжении всей недели рано-рано утром у меня будет глазное. Потому что сейчас каникулы. Это удобное время для меня, чтобы ходить куда-либо. Солнце слишком сильное. Сзади свет прям как будто там НЛО прилетает. Аркадий, да. Я в школу. Забыла. Красные тяжеленные два пакета. Они находятся две коробки. И мешок с учебниками. А мы благополучно направляемся домой. Шо ж, мы открываем шторки. Ба-ба-бам. Я пыталась снять мигающую хрень, но человек уже раздвинул шторки. Вот так вот. Таких штук много, мы сейчас их распутаем. Человек пришел. Ура! У человека не выставляется фокус, но да! Так, она продолжает мигать или нет? Нет, она уже выключена. Я с ним что-то сделала. Ладно, поехали. Очень неярко светит. Мы видим вот это сцепление. Так, теперь берем нашу желтую штуку. Мы нажимаем вот на эту штуку и вот на эти две. Вот. Идеально. Никто ничего не понял, но не важно. Вот, оно должно работать. И? Так, значит, мы начали клеить красную хрень, и она испачкала стену, испачкала руки. А она испачкала стену. Ты посмотри, это вот это вот. И ты еще больше ее сделала. Идеально. Продолжаем тереть. Мне кажется, это просто вода. Это вода. Это вода. От салфеточки. Да. Яблоки. Ура, наконец-то камера сфокусировалась на салатике. Салатик. Да. А там идет мультик «Пуська». Так, человек решил сварить макарошки. Нормально, недавно. Да. Худеем. Что? Худеем вместе. Это было самое простое. В смысле, будешь можешь? Нужно достать. Мы сейчас будем смотреть второй диагональ. Да, мы тоже будем снимать. Но у нас будет гораздо лучше, мне кажется. Да. Ой.
А не вчера выложили. Там уже 1000 с чем-то просмотров. Ну там круто в плане того, то, что там что-то да. происходит. Вот как попасть, интересно, вот сюда? Слишком много слоев. Мы только что развернули шкаф, теперь мы освобождаем вот эту полку и сюда мы поставим камень. Обожаю я это зеркало просто вот. Обожаю зеркало. Да, человек. Которое грязное. Я предлагаю его на школе. Телефон купить сюда. Вообще это скатерть, потому что родители обязательно разрешили бы взять там ее, но мы его возьмем. Как ты думаешь, мы все равно закроем часть? Ну, можно, в принципе, закрыть. Мое любимое зеркало. Оно грязное. Как ты думаешь, а? Я думаю, будет прикольно. Идеально просто. Нет, оно, наверное. Ну что ж, человек уже ушел. Как ни странно, пролетело время очень быстро. Нам, как вы видите, уже стемнело. Да, давно уже, как бы. Мне предстоит убирать весь кавардак, как я и говорила, гирлянда осталась у меня. Смысл сейчас забирать, тем более, возможно, я что-то дома сниму сама. Это мы тоже убирать не будем, мы очень долго это клеили. Соответственно, завтра у нас предстоят еще одни съемочки. Я до сих пор нахожусь одна дома. Планы на ближайший час это... Я думаю, я сейчас просто лягу на кровать, так как я до сих пор еще болею. И мне реально сейчас не очень хорошо. Но я должна сейчас понять, намонтировать видео это раз, убрать все вот то, что тут навелось, беспорядки всякие различные. И, соответственно, сделать хотя бы одну часть уроков. Маленькую, ну, часть. А тебе спасибо за просмотр. Жди следующий влог. Это всего лишь первый влог из моей недели влогов. Так что подпишись на канал, не забудь поставить лайк. Ну и до новых встреч. Пока.